Здравствуйте, ребят. Много кто спрашивал, как оформить свой юзерпейдж, чтобы при входе на вашу страницу показывало вот это. Начнем с того, что эта функция доступна только для тех, кто хотя бы раз донатил в эту игру, то есть покупал саппортера. Итак, перейдем к самому главному этапу — Photoshop. Изображение должно быть размером 620 на 192 пикселя. Далее вы делаете на этом формате все, что хотите. Добавляете различные изображения, которые будут кликабельными, и пишите различную информацию. В общем, играйте со своей фантазией. После того, как вы все это сделаете, вам нужно будет как бы вырезать все это по кусочкам. Это можно легко и удобно сделать через такую функцию, как раскройка. Далее вы выделяете области, затем нажимаете «Файл», «Сохранить для веб». Нажимаете на каждый кусочек и изменяете расширение файла на PNG-24. Нажимаете «Сохранить» и выбираете папку. Все кусочки этой картинки будут по отдельности сохранены в этой папке. На этом все. Далее переходим непосредственно к загрузке этого всего в ваш профиль. Нажимаем на надпись «Edit». Далее мы видим непонятную хренотень. На самом деле тут все просто. Это как какой-либо язык программирования со своими правилами, ну, прикольчиками, там, всякими штучками. Ща научимся. Чтобы добавить какое-либо изображение, нужно нажать на клавишу «Image». «Image», 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 как правильно это сказать. Ладно, пофиг. Внутри этих квадратных скобок написана функция, если так можно выразиться. Первые скобки — это начало, вторые — конец. Между ними нужно будет вставить ссылку на файл изображения. Здесь вот что я придумал. Берем те кусочки, которые мы отфотошопили, и присылаем их к себе в личку в ВКонтакте по очереди. Открываем оригинал, копируем ссылку и вставляем между этими скобками. Как сделать изображение кликабельным? Нажимаем сначала на URL, затем на IMAGE. Получаем функцию внутри функции. Между IMAGE вставляем ссылку на изображение. Это будет то изображение, на которое нужно будет нажимать. А здесь мы пишем равно и вставляем ссылку, на которую будет переходить при нажатии. Все кусочки изображения следует добавлять в последовательности слева направо. Заканчивается строка, нажимаем Enter и продолжаем добавлять изображение уже следующей строки. Если вы будете разделять строчки так, то выйдет вот это. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.